Итак, всем привет! Давно я не делала папочки под документы, не было таких заказиков, и сейчас появился, и поэтому я вот исполнила этот заказ. Две папочки мне заказали, вот такие я сделала из кожзамика. В общем-то, это для сестер, поэтому повторила вот здесь вот цвет, да, чтобы не дрались, и немножечко добавила разницы, да. Здесь у меня чиборд производителя, к сожалению, не скажу. Здесь я покрыла на первой папочке чиборд покрыла эмбоссингом, а здесь покрыла жидкими дотсами. Вот. И тот, и другой способ я использую. Даже дотсами мне больше нравится. Сама к этому пришла, пока еще не было у меня пудры. Вот. Но иногда пудрой нравится покрывать, иногда дотсами. И так использую. Все это защищает наши надписи. И, в общем-то, продлевает срок службы. Также добавил металлические уголочки. Вот. Ну, надеюсь, не надежно у меня закреплены. Все это закрывается, дело на резиночку, что очень удобно в бантике. Очень красиво смотрится в подарочном варианте. Но функциональный, конечно, резинка. Снял, надел. Бантики все же чуть подольше. И раскрываем, да, здесь вот большой карман. Можно и полис, и другие документы сюда подсовывать. Вот, раньше я делала здесь маленькие карманы, но более функционально вот большой, наверное, карман сделать. Также файлик очень такой плотный. Здесь можно свидетельство о рождении, а также прописку подсунуть. Здесь кармашек специальный для СНИЛСа. Можно его не вынимать. Вот я вот хранила вот так со своего ребенка документы, да, и просто предъявлял, ничего не вынимаем, все видно, а здесь уже какие-то дополнительные записочки, что-то подобное можно сохранить. Также паспорт родителей можно сюда положить при необходимости. И вторая папочка идентичная, большой сделала кармашек. Здесь файл плотный, куда входит свидетельство о рождении. И на обороте можно также второй документ разместить. Все прозрачно будет, не нужно туда-сюда вынимать. Также кармашек для СНИЛС, хоть он цветной. Все видно, все записи. Да, и второй вот здесь кармашек дополнительный. Для рекомендаций, записок, паспорта и так далее. В общем, папочки очень функциональные. Они то вот из кожзамчика, надеюсь, долго прослужат. Кому делал такие папочки в 2017 году, в этом году, то есть приезжали, и у них все живое, все функционирует. То есть это получается 4 года, по крайней мере, пока гарантия 4 года есть. Вот. Также, если что-то загрязнилось, ну, здесь такие яркие цвета, вряд ли тут загрязнится, но в случае чего просто протираем салфеточку влажной. Все, весь уход, все, на всю, можно сказать, жизнь вашего ребенка папочки будут хранить документы. Удобно брать с собой. Это формат А4. Делал также формат А5. Это половина маленький в сумочку. То есть там сгибаются документы пополам, все вместе в папочку. Вот. А потом раскрываются, и все, они будут в раскрытом виде. А здесь целиком. Не надо ничего сгибать. У меня вот такая папочка подобная. Я ничего не сгибаю. Очень удобно. Сразу раскрывается, сразу все видно. Не надо даже вынимать, никогда не вынимай, все в этом хранится, в этих файликах, все целенько, все документы чистые, непомятые. В общем-то, очень удобно. Готовы сделать на заказ, пожалуйста, обращайтесь.